Он стоит, он не в дупле, с чего по нему стреляют? Что за говно вообще? Он походу трёхцарапан. Сука! Проект Global Ark приглашает 1 июля всех игроков на свои сервера. У них имеется кластер, состоящий из 4 карт. Все рейты на серверах X5. Из модов нету никакого шлака и установлены только самые необходимые моды для комфортной игры. Ссылочка на Global Ark есть в описании. То есть вы все упали? Да. Бежит сюда. А, Энгри! Не падай. Всем привет, ребята, сейчас мы находимся на сервере Аркава, это у нас карта Рагнарёк, и сейчас мы с Трайбом собрались пройти лавового голема, с собой мы взяли несколько ракетниц, ну и я взял на всякий случай тэк-винтовку. В принципе, мы уже долетели до места, сейчас осталось подождать всех остальных, когда они сюда подлетят, и будем начинать, а вот где-то здесь вот, я думаю, можно будет и поставить там кровать. И вот уже первый сатрап меня нашел. Подождите. Я вас проведу, блядь, заебали. Ну, блядь, анимешник, куда пошел ты, сука, я тебя сейчас убью. Да я стою тут как бы. Чё ты ещё горишь, мы даже не вошли. Давайте пойдем потихоньку. А, гамма 5. Офигеть. Ой, бля, а чё так сильно? Я забыл, что тут яма в самом начале. Это плевра. А чё так темно? Гамма 5, ну вообще нормально будет. Блядь, убейте фонарики от дробовиков, и за них я вообще дробовик забыл взять, у меня только лук. Стреляй. Ребят, забирайте сюда, вы чё? Вы чё творите? Пришлось, чтобы Коля спасти. Куда? А, так. Ребята? Тебя сейчас, по-моему, скрабей победит. Что вообще творите? Я нихуя не видно. Начало хорошее. Вы чё? Да ща, нормально всё будет. Вам ведь сюда? Я тут был просто год назад. Я не знаю, куда. А вы чё, внизу что ли? Да, не внизу. Нам дальше как бы через вот этот обрыв. Дать, короче, наверх крюками. А у вас все хорошо видно? Да, в принципе, пойдет. А я что? Все, давайте. Нападаем. Бля, я не туда ронял. Тут вообще, по-моему, в дроби не попадает. Так, осторожно, я позвоню. Давай, шманите, убьетешь. Я буду помню. Так. Всё, давайте дальше. Пошли потихоньку. В принципе, у меня все хорошо видно. Но это, у меня, наверное, из-за этого бури дурацкая. Так из-за бури, куда? Да. Куда? Это дальше, вон, видите? Стой, вон туда. Туда. Да. Сейчас вот там. Блин, у меня там внизу змеи немного в каску наплевали. Долго сейчас не очень хорошо. Ну, типа, я вижу, что нам на ту сторону, как я понимаю. Ну, да, там крюками, крюками. Не надо больше падать. Так. Дальше по канатику. Так, да. Блять, укусили. Меня тоже. Капец, тут вообще темно. Вот, дальше сюда ко мне. Ядрочий случай. Ко мне давайте. Дальше сюда. Вот сюда. Ты куда? Ай, блядь, чё я упал? Давай поосторожней. Кто-то нас проводит. Змея! Коля! Где? Блин! Мне дробовика нету, спасибо. Я, пожалуйста, я! Куда ты вообще землю выстрелил? Да вы чё творите-то, алё, я же сейчас... Дураки. Давайте, я ничего не вижу, я иду на ощупь. Блядь, да откуда она ещё? Да заебали, все, забейте на неё, идите сюда, по канатику дальше. Вот сюда, по канатику. У меня осталось два. А если упадешь? То ты лох. Да тут рукожоп так упадет. Я точно. Давай, Бильбо, я верю в тебя. Кукерка. Мне страшно. Пролезать. Блин, я ничего не вижу, кто-нибудь вперед пролезет, тут должно быть этот. Поставил бы конфиги. Я справился. Она едет, да? Смотрите, осторожно, броньку не сломайте вначале. Она уже гамма сейчас есть. А почему анимешник сидя ходит, блядь, я не знаю, это за хуйня. Дайте мне огнемет, пожалуйста. Ты все равно не пользуешься. Коль, дай огнемет. Так у меня только огнемет и лук, у меня дробовика нет. Только своих не подождите, пожалуйста. А вот все дальше видно. Берегись.
Это на некоторое время. А там, блядь, проходит кто-то пещеру, давайте выйдем, раз. Проходят? Да, вон. Да, ну вон красный урон. Погнали, откуда тут? Давайте вынесем их. Что мне багает? Погнали. Ты чё, вниз? Да-да-да, вниз. Мы сейчас убивать будем. Ай, тихо, назад. Капец, тут кустов вообще жесть. Меня толкают, Билли, вот только не с базуки! Билли, убери базу. А, 8 класс. Так, если раньше нас за горем дойдут, то мы, короче, выпадем. Да ладно, если они там впереди идут, то встретим их на обратном пути. О, ясно, тут вообще ничего не есть. Так, ладно. Расстреливать их. Кто-нибудь, подожгите. Наверх подожгите. Ой, а у меня ведь есть. Дайте пройти. Да не почти ж, дебилы, сзади. Ой. Сорян. Я горю. Меня поймали. Умираю! Что за ракопатия? Дебилы в пещеру пошли! Че, еще они к жопным спидом заразит? Да бля, я... У меня, сука, и так 10 ВВС, сука. Нам не по мосту, алё, вы куда? Не-не-не, там сверху тропинка есть. Какой мост? У меня по мосту трюкачивает. Это лох, значит. Так, вот там вроде что-то видно. Так, вот, я да, сейчас. Подождите, так от греха. Вообще можете ко мне прицепиться, блять, только не в меня. В каком-то фильме я уже такое слышал. Походу никто кирки не брал. Не, реально, там дальше крюками проще. Ну и чё? Я взял. Или нет? И куда там? И куда дальше-то? А дальше. Мне кажется, шнюк что-то не туда идет. Кто-то по мне попал, ладно. Так, осторожно. Так, тут водички лучше даже. Все-таки есть. Так, теперь вот сюда. Подбирайте бокс, может что полезно выпадет. Сейчас лучше полутаем, короче. Сейчас отдаю. А если что, в одного человека скинь. Да, скидывай скалопендр. Все, они упали. Ну все, они. Я просто, я не знаю дальше куда, вот я с этого Спать момента. Спать зло на Карна, Стормор. О, нормально, будем томить Карна. Я знаю куда. Питный. Так, сначала все лучи долутаем. Твоему интернету плохо бьет. А то они на обратном пути тоже спавнятся. Нам вот туда, где красный луч. Да, нам туда, но то еще под дороге лучи есть. Сейчас золотать, подождите, блин, есть еще в центре видит. Луч и справа луч. В центре золотать. Блин, на центре там по спирали бегать надо, я это не люблю. О, седло на фонарь. Меня сейчас усыпят. Ты где? Пойди, помоги. Вижу. Бить болох. Какой нахуй парк? Где тут проход-то? Где есть что-нибудь, что ждет, блять, я вообще ничего не вижу. Тебе тут темно? Да, темно. У меня тут светлее некуда. Мне, в принципе, с гамма-3 норм. Я, блядь, могу скринить, чтобы негров светлее, блядь. Вот смотри, вот я сейчас скрин сделаю, в Дискорд отправлю, просто чекай. Да, блин, как он так тут достает? У меня тоже всегда светло было в этой пещере. А сейчас сколько же у тебя хп? Сейчас скрин будет чекать. О! Золотой, это блин, на золотой топор. Это именно то, что нам нужно было. Но у нас не было. Я тебе серьезно говорю. Ну все, значит, с камень будем топорами фармить. Нет, тесно, ты видишь, что у меня, да? А можете подожди, пока я перезайду, я, блядь, хотя бы плачу. Так, все вроде залутали, да? Сейчас. Подождите. Сколько? Нет, я без них подниму. Ну еще куда нам дальше-то? Так, нет, мы тут стоим на лаве. Вон шнюк, я тебя вижу. Нам, вон наверх, вот наверх. Ко мне, парнем. Нам вот. На к стенке желательно. О, да. Постоянно так страшно над лавой. Ну да, немного стрёмно. А Бильбо спит. Смотрите, там Бильбо вдалеке спит. Бильбо, ты там потерялся? Мы живы стоим. Ты куда ушел? В другую сторону. Куда этот лошара побежал? Дурак, в другую сторону. Обратно возвращайся. Иди туда, где течет лава.
Она тут везде. О, все понял. Че убили нормальное, блядь? Я нашел, короче, типа блин на ботинке, на 444 брони. Ну и такое, это синие они. Еще ты гадостью обмазался. Шнику, вот лучше так не я бы. Дебиль, вот и всего бы. Не-не-не, ребят, не идите пока. Ждем. А где, кстати, он? Все ждут уже. Он конфиги поставил. А, у нас Руслан вышел. А ты че? Ты сразу лутай, потом я... Хватайте крюки! А, кто сколько ракет звал? Я 25. Я 25. 75. И плюс стэк-винтовка. Стэк-винтовки добивать будем. Вон там еще коробка. О, лутайте. Да давай возьмем. Да давай я на обратном пути, да нахуй сейчас больше тратится. Ой, и дай я сам сбегу. Ну блин, Коля... Сейчас я захожу. Сейчас, Коля, да нормально, нормально. Я ж не умру, наверное. Давай я тогда, у меня-то хоть и крылья есть. А он уже улетел. Так. Так. Так, все наши? Нет. Так, она, так может застроим эту пещеру, типа, кот или пендер? О, принт на карбонемиса. Ну чё, всё, теперь будем томить черепах и рейдить пещеры. Ну хера рейдили. Ну хера рейдили. Мы что, дали, блядь, типа... Да, золотой принт на это... Короче, разъезжали что-то. Да блин, ребята, вы задолбались их подряд рейдить. А потом мне говорят, что я... Потом началась гроза. Интересно, а если упасть в эту лаву, я умру? Не знаю. Ну хочешь проверить, давай сюда. Не-не-не, у меня лут. А, ты Оника привел! Я и приводил! Но откуда он? А, дурачки! Меня не разденьте! А, тикаем! Бля, я пошел! Бегим! Бильбо, 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 идем, идем, идем! Там психи! Сука, ну за мной! Блять! Все хорошо! Это другой вопрос! Один вопрос. Если мы сюда поставим тег-трансмиттер, а ты не сможешь. Мы сможем типа выбить. Тут вообще постройки не размещаются. А вы сейчас хотите болеть? Охренеть, тут тепло, светло. Тут не голем, арти. Блять, змея. Вы сифилисом болеете, нет? Не-не, не заразились. Оля. Что случилось? У нас дрейд пропал. На улице дождь пошел. Забей, мы сейчас вообще заняты, у нас эпик. Нас сейчас вообще рейдят, чувак. Нас рейд. Рейд, пацаны, давайте! Ой, господи, лучше с тебя мут не снимал. Рашат. Еще идут. Голема давайте. Давайте голема. Сейчас придет, скажет, в итоге рейдит. Сейчас в боли поеду. Нас тут рейдит, не отвлекай. Нас рейдит на скёрче. Пошел всем остальным передавать. Ты что, куда дашь? Го! Так. Ну, артефакт я все-таки возьму. Давай. Ну нам надо типа вот туда вот, видите, там делю. Мало ли что, потом лутать не придется. Я вылетел, кажись. Я надеюсь, ты хотя бы не над лавой. Нет. Еще не умер. Меня подождите. Да, всех ждем. Идем все вместе. Коля, чекай чат, Коля, чат. А чё там? Алиса, ты тут из рака, паук? Да ладно, он тоже тут. Чё, вы сходили? Да, это он своего голема. Да нет, шо. Нет. Ты чё, она срейдит? Тихо тут. Ай, паук, он срейдит. Если мы сейчас зайдем. Подожди, ждём этого. Бильбо ждём. Лысая из Бразилии. Тут лысая из Бразилии находит. Внимание. А он не в попу дышит, лестница. Да, блядь, подбить. Что у вас тут за порнуха? Я встать не могу, следить. Чатр боевиком, ёбнуть, я пожёг. Мы устроили, сука, Тумасутру. Бомжи. И чтоб на... Не из вас, дураков, 18+, поставить. Наш Бильбо. Бильбо, ну ты вот, видишь нас? О, смотрите, там где он дёргал. Ну, грибульки. Так, сейчас тебе вместе надо заходить, после того, как эти сломаю. А то, блядь, один раз ламба пошел один, а мы все в куполе, ну, за подъехом стояли. Боже. Зря ты лёжа, надо было сидеть там. Да я сиди, иду. Я чё-то пройти его. Бильбо, ты заманал, убери своего кота. Я ползу. Ай, ловите, пока лут, разбирайте. Разбирайте лут. Да тут Бильбо, блядь. Тут Бильбо.
Ямато! Всё, заходим, что там? Давай, заходим, 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 заходим. И чё? Куда нам? Сейчас, ко мне. Нам вот туда? Нет, за мной, за мной, за мной. Справа, пока справа, уступ. Да рыть! Да выключи ты уже своего кота заманал. Так, сейчас прицепитесь, пока тут... Где мое седло? Тебе там, по-моему, кот за седло уже все пояснил. Седло гонит, так. Потише, ребят. Голема не будите. Да, гонит. Поставь на кнопку. С телефона? Блин, тогда замуться вообще. Еще надо прицепляться, да, тут крепиться? Да-да-да, лучше за потолок зацепиться. Сейчас Коля просто так винтовки быстро убьет, мы даже выйдем. Так, я вот уже на всякий случай прицепился. Ну, Коль, пробуй, стреляй со своей так винтовки. А где он? Вон там камень лежит огромный. Где? Да. Что, не попал, что ли? О, долетело. А, все, долетело. Ой-ой-ой. Ну что, пошла жара. Ой, тихо-тихо. Что сразу булыжниками-то кидается, козел? Базуки, въебало, не бейте его. А, вот он. Все нормально, сейчас быстро разберем. Давай же боевиков тогда. Мне кажется, тут даже одной винтовки хватит. Коль, не уходи только. Я шучил. Вообще все ровно. Ты, дураки, не тратьте патроны. Фигу, блядь. Да алё, хватит ракеты тратить. Еще винтовкой разберем. Да големом рейдят, големом рейдят. Лава там. Ой, Денсер. Денсер, лава, блин. Понимаешь, у нас тут рейд, нам сейчас базу тут минусанут, зови всех, алё. Он стоит, он не вдупляет, с чего по нему стреляют? Что за говно вообще? Он походу не привык к такому. Сука! Живой, живой. Поэтому я и зацепил. О, ой, блядь, куда? Я не на тот потолок зацепился. Нормально, нормально живу. Оба. Да заебал. Вы еще друг в друга стреляете. Я думал, Ямато будет под ноги стрелять, а нет, вы стреляете. Ой, камушек. Нет, второй раз я так больше не попадусь. Почему я лаву багаю? Бильбо, не надо! Да он, блядь, даже не красный, он и так красный. Он и так красный, вот именно. Знаете, он может зеленеть будет, типа как в этом, в Валеншутере? Да не, вряд ли. Это с лавовым големом рейдят. Да, он еще лавер пришел. Денсер. Бля, как хорошо, что я его замутил. Денсер гребаный. Че, ты умирать-то будешь? Нет, гниды каменные. Да, Денсер. Да, Денсер рейдит. На центре. Ой, сука, меня опять поджарил. Давайте, давайте купол. Купол, купол разбивается, купол разбивается, проси еду. Изи. О, отлично. Изи голем. Кого рейдите, кого рейдите? Коль, залутаешь его? Угу, сейчас. Нет, рейдим. Для подстраховки на всякий случай. Залутал, Коль? Да. А там перепрыг. Ну... Я лучше подстрахуюсь, у меня все-таки еще лут с собой есть. Кто? Вы нахуй, у вас Сталина нет, блядь. Опа, винтовка хорошая. Опа! Ну, все остальное такое себе. Дайте хоть посмотрю, что. Не-не-не, фигня какая-то вся упала. Тут все тут, в принципе, точно есть. Самое нормальное, это, короче, легендарная винтовка, и все. Что, нет? Все остальное какая-то, ну, реально лажа просто. Принты даже херовые. Ну что там было-то, хоть объясните. Там полимерка легендарная была. Я говорю, полимерка это единственное нормальное, что там было. Все. Скиньте принты хоть, блядь, посмотрим. А принты-то был хоть один? На Ракса не было. Ну у меня принты говно, на самом деле. Штурмовые штаны, этот мех нагрудник золотой, баллон золотой, кислородный, который... И все, и щиты тут. Всякие разные седла. А, ну и на кицале вроде седло. Ну я нашел просто шлем легендарный железный, но он меньше, чем у нас даже брони. Ой, точнее не брони, а это против. Го еще одну. Брони тоже. Через час. Ну, короче, через полчаса. Через полчаса. Ну что, через час? Тут час КД нарез. Ну час, да. Или, блядь, давайте червя. Можно просто прям у выхода.
У тебя остался щит с собой? А, блять, у меня щит есть. О, все, нормально, давайте, короче, попробуем сейчас червя загасить. У меня щит есть. А зачем щит-то? Блин, не то оружие. Немного подсветить, куда идти. Базуку достал. Ладно, сейчас гамму поставлю. Все, отлично. Чернота течет по венам. Гадым я демон вино. Чернота течет по венам. Гадым я демон вино. А я иду по головам, как королевская корона на королей. Я ведь ложил, но не тузы, а